Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33. Мы с вами продолжаем проходить игру Broodwood 3.0 и Ancient Aliens. Итак, у нас 19-я карта под названием Crash Landing. А, кстати говоря, здесь уже новый эпизод у нас. Да, слушайте, это был последний уровень последнего ада. Вообще просто нереальный. Так, итак, у нас третий эпизод. И поехали. Так, стоп. Стоп and go. Что за фигня? Project Brutality. А, вот здесь вот, да, здесь надо вот это было выбрать. Вот так вот. Надеюсь, что... Знаете, я уже просто уже отчаялся, когда увидел толпы монстров вот в этом последнем уровне второго эпизода. Что же подумал, что все же, игра дальше непроходима. И, честно говоря, я уже подумал, ну, пипец. Что делать-то? Однако это был последний уровень, я даже и забыл про это дело. Здесь, видимо, этот авиакатастрофа называется уровень, что-то такое. Все разбросано. Так, слушайте, давайте сразу, конечно, сохранимся. Итак, у нас... Давайте сделаем так. А3, М1. Пока только бонусы дают. Это мне нравится. Ну. Может быть, сюда надо залезть? Ну ладно, в принципе, я думаю, что можно нырнуть вниз. Черт, сейчас как хер будет. А, не. Тварь паршивая. Тварь. Клоунская стоит здесь. Сука. Твою мать, откуда там все это? Сучонок. Ой, бляха, муха. Там уже паника просто идет. Блядь. Что я тут должен делать, твою мать? Пиздец. Самое оно. Че, по одному? Твою мать, а? Суки. Да ничего, так 7%-то осталось. Фак. Ну ладно. Сложно без оружия. Кстати говоря, вот хочу еще кое-что посмотреть. К чему относится вот это вот Brutal Doom версия V20. А, традиционная, кстати. Что это значит? Оба-на.
Что-то свое, что ли? Просто глянуть хочется. Нет, друзья, ну мы тут в Brutal Doom на самом деле играем, ладно. Что-то не очень нравится традиционное. Ах ты, блин, а. Бомжара. Сначала надо все пособирать, только потом уже спрыгивать. С опасением так уже немножко смотрим на все, то, что происходит. Да, отлично, чувак. Гнида. Блин, что за гнида-то, а? Твою мать. Сучий потрох. Блять, там скелет еще. Блять, сука, твою мать. Твою мать, сука, блин, ты я даже не заметил. Я вот думаю, не слишком-то для начала крутовато. Суки. Синий ключик нужен. Ёбаная кнопка. А, вот так вот, да? Заебись. Блять, и как я тут должен-то вообще выжить? Как? Блять, мое стандартное оружие, оно не позволяет просто здесь выжить.
Так, тогда проще, выпрыгнем оттуда, да и все, нахер. Потому что лично я себе не представляю. Патроны экономишь на всякое говно. Отлично. Заебись. С большой буквы Z. А, вот так вот. Можно было просто сюда убежать. Тоже как вариант. Так, и чё? Нет, там есть что-то у нас. Что-то, на что можно нажать. Вот оно, здесь. Ух ты, блин. Пистолетик есть. Побираться тут патроны. Блять, и чего? Заебись. Честно скажу. Гандон. Так, ладно. Мочить, тварь. Пиздец. Ну хоть что-то. Блять, два патрона. Да вы ёбнулись, что ли, а? Идиотизм, мадафака. Нет, здесь уже все. Да, друзья, слушайте, здесь ничего не сделаешь. Блять.
Так, возможно, просто пробежать, как-то перепрыгнуть или что-то такое. Давайте попробуем. Нет. Так, посмотри, что творится, сучий отрок. Твою мать. Слушайте, форменный пиздец. Вообще здорово. Блять, ну я же не буду с ним драться, твою мать, а? Пиздец. Иди сюда, ублюдок. Блин, слушайте. О-о-о. Про запас оставим. Да вы ёбнулись, что ли? Пиздец. Это реально вообще было, нет? Так, а что у нас? Надо просто запомнить, что я так могу. Пиздец вообще просто. Так, ладно. Зажрут меня, твари. Сука. Не-не-не-не-не-не-не, козла нахер. Пиздец, это собаки. Так, что мы тут видим? А мы тут... А, лифт мы видим, точно. Не, смешно. О, дробовик. Да, знаете, я уже в азарт вхожу в какой-то прям... Блять, тут как бы... Mm-hmm.
Так. Так, это у нас телепорт, который возвращает, но обычно, знаете, там смотреть у нас там не на что. Хотя, знаете, с другой стороны, мы же секретов здесь никаких не открывали. Вряд ли, конечно, мы сейчас что-то найдем тут стоящее. Мы найдем, как у нас жопа подгорит, если я тут буду бегать по углям. Ладно, давайте сам выходим в баню. Блять, третий уровень. Первый уровень третьего эпизода, блять, такой сложный. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир Тритройки на канале про Gamer Television. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.